Друзья, Витязева, начало сезона 2022 года. Сегодня у нас на календаре 3.06. Посмотрите, играет уже музычка, везде люди. И самое главное, что открылся парк Византиях. Здесь, кстати, вкусную шаурму кушали. Спасибо за это. И пойдем посмотрим, что у нас тут происходит. Византия парк для нас довольно-таки интересное место, друзья. Потому что мы ждали его открытия. Меня все спрашивают, ну когда же? Когда откроется? Что здесь будет? Что здесь строится? И вот уже все работает. Все для вас готово, дорогие мои. То есть уже и тир запустили. Такая вот второэтажная настройка. О, помните, здесь был большой аттракцион. Его сейчас нету. Здесь поставили Crazy Dance. Вместо него экзоскелет какой-то будет. Машинка для деток. С правой стороны рыбалочка. Есть для детей что-то поймать. Тут трактор копает. Так, что у нас по ценам еще интересно здесь? О, слушайте, сделали эту часть детских аттракционов. А где что-то большие? Смотрим по ценам, ребятки. Отлично. Отлично. Вот так вот в этом году стоимость аттракционов. Попкорн есть. Лебеди остались на месте. Здесь, смотрите, появилась кровля. Над этим всем, скорее всего, там будет второй этаж, но не в этом году, а в следующем его уже будут запускать. Здесь паровозик детский работает, там батутный центр. Слушайте, здесь машинки перенесли, они раньше стояли с той стороны. Пойдем посмотрим, что здесь еще есть. Микки Маусы, отлично. Тут у нас альпийская горка с деревом большим. Еще один детский аттракцион. А, вот, смотрите, вот этот экстремальный аттракциончик теперь перенесли в другую сторону парка. Тут кенгуру. У меня Даша любит кенгуру кататься на них. С этой стороны у нас батутный центр будет. Ничего себе, ребята. И вот такие вот маленькие аттракциончики-шарики. Можно будет стрелять. Там качаются американские горки. Лягушечки половить. И везде, смотрите, люди, везде активность идет. Так, здесь у нас камикадзе крутится. Уф, как взлетает высоко. Вы катались на такой? Пишите, друзья мои. Смотрим дальше. Лебеди. С той стороны батуты мы видели. Так, этот мы видели уже аттракцион. Посмотрим, что с той стороны появилось, изменилось. Дороги. Так, и с этой стороны у нас качелька вот эта, которая вверх поднимает, высоко-высоко крутится. Здесь Пулпи, зоопарк и здесь вот этот лабиринт Минотавра работает. Ну, собственно, по-моему, все изменения мы с вами посмотрели. Обязательно пишите в комментариях, как вам, рады ли вообще, потому что все запускается, все работает. Я безумно, потому что наконец-то появилась жизнь, и здесь можно приходить и отдыхать. А вот и лифт 990D. Все, дорогие друзья, фантастика, парк работает.